Бокер Тов, доброе утро. Мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется Пкудей, итоги. Вчера на первом уроке мы рассматривали, куда мы потратили золото, серебро, медь. Разобрали, сколько веса было всех этих металлов. Теперь мы приступаем к одежде первосвященника. И она непростая одежда, очень красивая. Взяли нити голубой шерсти, багряницы и чернильницы, и лен. Кроме того, расплющили золото в листы и взяли нити золотые. Соединили все эти нити, значит, головой шерсти, багряницы, черницы и льна, взяли по 6 нитей, а золотая нить одна, и выткали красивейшую ткань. Эта ткань нам служит для передника первосвященника, который называется эйфод, и для нагрудника первосвященника, который называется хашен, и, естественно, поясок, который соединен с эйфодом, тоже был из голубой шерсти, багряницы, черницы, льна и золотой нити. Соткали эти предметы и сделали золотые оправы. И поместили на погонах первосвященника два камня оникса. Там было вырезано, как на печати, на каждом камне по 6 имен родоначальников колен Израиля. Всего 12 колен, 12 имен по порядку рождения. А на самом хашене, который прикреплен к эйфоду золотыми нитями, и снизу он прикреплен нитями из голубой шерсти, взяли 12 камней, 4 ряда, по 3 камня драгоценных, там сапфиры, изумруды, бриллианты, бирюза, опал, агат, аметист, хризолит, оникс, яшма, те же ониксы. И на каждом из этих камней были вырезаны, как на печати, имена 12 колен Израиля. Как можно было вырезать на бриллианте? Как можно вырезать на сапфире, на таких камнях? Каким инструментом можно было это вырезать? То Всевышний прислал. Как это выглядело, мы не знаем. Знаешь, что с размером с ячменное зернышко было какое-то существо. И мастера написали на камнях имена, буквы написали грифелем. И этот шамир прошел по ним и ровненько вырезал имена. Потом этот шамир исчез. Когда мы храм построили, он исчез. Это история другая. Когда Шломо понадобился храм, он хотел строить храм, ему понадобился шамир. И он его искал. Это есть мидраш, который об этом рассказывает. Когда-нибудь об этом тоже поговорим. Теперь у одежды первосвященника великолепный вид. Все смотрится красивейше. И пишется в Торе, чтобы восхищались одеждой первосвященника, глядя на него. На голове у него есть тюрбан, головной убор, и на тюрбане подвешен священный венец. Написано «Святыня Богу» для того, чтобы искупать нашу вину, когда мы что-то неправильно делаем с приношениями храмовыми. Вот так вот. Завтра разберем другие предметы. Самое интересное, что когда мы построили храм в пустыне, нас за все годы в пустыне ни один враг не убил ни одного человека. Ни одного. Мы строили храм, и так Всевышний сделал. Если мы сами себя не наказывали, или Всевышний нас не ставил на место, то ни один враг ни одного еврея не убил. Вот так. Поэтому мы должны строить храм, чтобы прекратилась эта страшная война. Мы должны это изучать, и Всевышний ее остановит.
если мы будем искренне это делать. Всем всего самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, память Юрий бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Пел бат Соня Сура, Женя бат Ида, Лена бат Клара, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Исхак Шимон бен Бейла Мотл, Фира бат Анна, за хорошийший дух Арон Арея бен Двойра, Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.